Когда-то здесь пытали наших соплеменников. Мы должны взломать вход в подземелье. Лучники! Только волшебство защитит нас! Убейте охранников! Пробивайтесь ко входу! Мы закрепились здесь. А теперь подземелье! Вождь орков пытается собрать свое войско. Убейте его! Вон он, внизу! Ага! Ты его убил! Поделом ему! Огненная машина Сарумана поливает нас потоками пламени! Уничтожьте это устройство! Громадная машина заливает все огнем. Уничтожьте ее! Она здесь, в подземелье орков. Теперь, когда Сарумановых машин больше нет, многие спасутся. Ключ от башни Артханка в руках Грима Червеуста. Мы должны захватить его и отнести Древобороду. Умолять о прощении за вашу дерзость, так сказал мой господин. Предателя Гримы больше нет. Скорее, пробивайтесь наверх. Доставьте ключ Древобороду. Сарумана покинуть башню Артханка.
Захватите вход в башню, и она будет нашей! Демоны дикого леса! Должен подняться в башню и сразиться с Саруманом. Не отступайте! Демоны дикого леса! Захватите башню и убейте предателя Сарумана! Саруману не скрыться! Мы победили!